Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі. З вами програма ТБУ «Топ блогери України» і я, її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні у мене в гостях дуже цікава дівчина, дуже запальна дівчина, яка любить віденську каву. На балу може зустріти не лише принця, а й цілого президента і запросити його піти геть. Аліса Виноградова, я тебе вітаю. Дякую тобі за те, що ти прийшла в гості. Хотілося б одразу до справ перейти і запитати тебе наступне. Скажи, будь ласка, ми бачили чудову акцію, яка була в Відні перед паном президентом. А не хочете такого щось подібне зробити вже перед паном Зеленським? Ну вот нет, как-то он не возбуждает на такие вещи. Вот Петр Алексеевич в этом плане, он поинтереснее, конечно, был. Такой вот диктатор, какой-никакой, а все-таки наш, украинский, да, вот что-то. Зеленский ну, вообще... Ну, багато, что можно пригадать с ним. Конечно, да. Такая достаточно фактурна людина была. Как-то сивочолый гетьман, да, вот. Взагалі, хотелось бы дізнатися. Тобто ти колись була учасницею фемін цього да. руху. Це феміністичний рух, це за права жінок він йде, чи якісь інші ідеї, як можна, це ліві, праві, як ти можеш характеризувати взагалі тих жінок, які до цього руху приєдналися в свій час? Ну смотри, есть как бы два таких крыла, то, которое было изначально в Украине, потом переехало в Европу, а то, что было изначально в Украине, оно не было каким-то суто феминистическим, да, больше делался акцент все-таки на политическом активизме, но при использовании там, ну, вместо плаката обнаженная грудь, на которой пишутся лозунги. Банально просто. А то, что сейчас в Европе, да, вот европейское уже ответвление фемен, конечно, они не только феминистки, они там и борцы за экологию, сейчас они борцы за там какое-то расовое равноправие. Ну, то есть вот тема какая-то, да, возникает, вот они туда. Ну, это получается, такую франшизу они просто переняли, да, как по целому світу існує Макдональдс, який започаткували в Америці, а так вже франшиза йде з України і її розповсюджують. Ну, як твої враження стосовно того, що вони зараз роблять? Ну, я щось якоїсь активності вже не бачу, достатньо тривалий час. Ні, ну, якщо читати європейську пресу, то активності дуже багато на самом деле. Просто до нас ну, не все доходить, тому що це чисто європейські всякі проблеми, історії. Ну, от зараз вони там, останнє, що я пам'ятаю, це... Тема домашнего насилия была, конечно, когда был Харви Вайнштейн против Харви Вайнштейна. Сейчас там что-то уже по теме расизма. Ну, взагалі, не з'являється у тебе таке враження, що жінок використовують як політичний інструмент. Просто, ну, ти згадала Вайнштейна, також ми пам'ятаємо Строскан, свій час він був знятий зі своєї високої посади, тому що там начебто був з його боку харасмент відносно чорношкірої прибиральниці. Також у Трампа були деякі питання. Виникали. Ну, конечно, но это очевидно, да, и как бы с Берлускони даже была ситуация, так, так. Допустим. Ну, причем эти актрисы там, ну, если взять Вайнштейна, то есть 30 лет назад, когда они там получали роли с миллионными гонорарами, их ну, не возмущало, что... Да, людина так жила 20 років, потім вона згадує, ой, щось там відбувалося, давайте я про це всім розкажу. Чому вони не робили це саме в той момент, коли, як то кажуть, на гарячому можна було взяти? Ну, вот нельзя женщинам доверять, понимаете? Вот 30 лет назад, когда к ним приставали, им это там как бы было нормально. Сейчас, может, не пристают, поэтому обидно, да, уже никто там 20 миллионов долларов там за роль не предложит, там, потрогав предварительно за коленку, ну или за другие места, поэтому вот как-то так. Старость, наверное, мне кажется, все-таки вот. Вот хотелось бы перейти, знову повернутися до Петра Олексійовича Порошенка. Мені дуже запам'яталася акція така, яка відбувалася біля магазину «Рошен», така запальна акція, ми її так можемо назвати. Не жалко діточок, які не змогли підходити і фотографуватися біля цього трамвайчику чудово, який був біля Рошена. І взагалі не страшно було ну, робити такі акції? Знаєте, дуже жалко дітей. Жалко, что, скажем так, скоропостижно этот трамвайчик еще и убрали обгоревший. То есть у них бы была возможность возле обгоревшего трамвайчика сфотографироваться. Но какое-никакое, да, обновление локации.
Там, кстати, удобно было присесть, вот Wi-Fi воспользоваться. Ну, то есть штука такая, в принципе, полезная была для города, поэтому вот единственное, о чем сожалею, вот что все-таки, ну, как бы трамвайчик, да, ну, пришлось, он пал жертвой, скажем так, борьбы против репрессий, как там на Майдане в свое время с елкой случилось, с автобусами, людьми. Тут вот такая история, да. А як взагалі твоє ставлення до Майдану, який відбувався у нас в Україні, і до Майдану, який зараз, ну, ну, все виглядає як Майдан в Америці. Це наскільки воно схоже, наскільки ти підтримував той Майдан і, наприклад, Майдан в Америці? Ну, сейчас эта ситуация как уже такая затасканная немножко шутка, да, о том, что специалисты по цветным революциям из-за карантина работают на дому. Но это приблизительно мое отношение к Майдану. То есть я считаю это государственным переворотом, то, что было в Украине. То есть я его не поддерживала с самого начала абсолютно. И восприятие того, что происходит в Америке, аналогично. Ну, даже более какое-то абсурдное, когда героям таким вот... Измельчали нынче мученики, да, уже выбирают героям, ну, как бы абсолютно кого-то отрицательного. Это даже... Ну, там лишь 5 судимостей. То, принципе... Ну да, всего лишь там угрожал там беременной женщине пистолетом. По одному заграблению. Это уже такие мелочи. Я говорю, это уже мелочи жизни, да, чего только не было. Я, до речі, пригадую, коли я вперше тебе побачив на телебаченні, це був якийсь телеканал, я просто не можу навіть згадати. Я пам'ятаю лише, що там була така ситуація, що тебе запитували, яких блогерів ти переглядаєш, і звідки ти береш інформацію, кому ти довіряєш, і тоді ти сказала якраз про Анатолія Шарія. Да, було. І ведучі, вони так зразу почали там щось таке буркотіти собі підніс, а ти так відстоювала чітко свою позицію. Яке твоє зараз ставлення? Звідки ти інформацію черпаєш? Може це телебачення, може це якісь блогери? Тобто, хто тебе зараз цікавить? Не розчарувалась ти в комусь, може, за якийсь там тривалий час? Тому що достатньо багато часу пройшло вже з того моменту. Ну, я, в принципе, стараюсь не очаровываться особо, чтобы там разочаровываться в ком-то. Ну, нет, я сейчас не смотрю видеоформаты, в принципе, ну, как-то отошла от них. Вот, хотя, ну, того же Шария очень много смотрела. Ну, тут уже дело не в нем, просто, ну, никого не смотрю. А больше телеграм-каналы читаю. Я бы не сказала, что блогеров классических, ну, вот там Макс Бужанский, да, он же как бы не совсем блогер, но Дубинский, ну, блогер, в принципе, да, тоже, но тем не менее политик. Ну, на канал Шария тоже я подписана, и на многие другие. Но я сейчас немножко вот отошла от этого, скажем, такого контекста получения информации в сверхколичествах, потому что у нас и так каждый день что-то происходит. А особенно с новым созывом. Ну, каждое утро какой-то скандал. Мне кажется, поначалу там даже Зеленский просыпался утром, боялся заходить в интернет, почитать, что там снова они натворили. Це я нещодавно розмовляв з нашими, ну, у мене достатньо багато музикантів, цікавих музикантів, які зараз не дуже, ну, не мають роботи по великому рахунку, і вони жаліються, що ту територію, яку займали музиканти, рок-виконавці, реп-виконавці, зараз її прибрали собі депутати. Тобто вони такі зараз рок-зірки у нас. Який з депутатів найбільш тобі запам'ятовується? Ну, я розумію, що ти зараз не так глибоко в цій темі, але може якісь такі яскраві люди, настільки яскраві люди є, що вони прям вириваються серед усіх? Ну, це очевидно. Ну, Кива, ну, понятне діло, да? Тобто виривається по повній програмі. А Бужанський теж, ну, обращаю внимание на что он делает и вообще. Ну, и ситуативно разные, вот как этот, там, то Еременко, то и, вот, я не помню, как еще женщину звали, которая там что-то про секс и матрасы переписывалась. Ну, вот, иногда такие появляются новые лица, даже узнаю благодаря этому новых депутатов. Зрозуміло. Ну, а взагалі, твоє відчуття? Ну, тобто у нас змінилось, як ми вважаємо, змінилось політична система, ну, принаймні, люди, нові обличчя з'явилися. Як ти відчуваєш? Краще стало? Чи, в принципі, ніяких змін ти не побачив? Ну, я просто дивлюся від того, що ти акції ніякі зараз не проводиш, то, значить, все нормально. Ну, я бы не сказала, что все нормально, но, тем не менее, вот изменения, они как бы корявенькие, но есть. То есть все-таки даже тот факт, что такие люди, ну, сейчас даже не о качестве их там каком-то говорю политическом, да,
а вот, наверное, по ресурсности какой-то, да, и опыте они смогли прийти к власти, это значит, что что-то уже как-то меняется. Если оно меняется, оно, значит, куда-то идет. То есть, поэтому я за любые изменения, я не считаю, что стало хуже. Понятно, что ожидания были, в том числе у меня, от всего как бы больше. Теперь я понимаю, ну, как бы, что и Порошенко не посадят. Ну, в принципе-то изначально... Тобто не посадят? Не, ну нет. Ну, вот ну, при президенте я... Зеленском его не посадят. Вот это 100%. Но если Порошенко, будучи таким вот диктатором, ну, ему нравилась самому эта роль, он, по сути, никого не посадил, да, ну, из таких вот, как бы, оппонентов его значит. Ну, чого, мы можем порахувати... Багато журналістів, які... А, это не то. Это, ну, понимаете, посадить бывшего президента и посадить журналиста все-таки, ну, немножко разная задача, ну, разного уровня тут. Я, опять же, не качества какие-то человеческие там или профессиональные сравниваю, а, ну, в принципе, да. Ну, в принципе, как диктатор его можно рахувати достатньо таким успішним диктатором, тому що диктатура, вона не потребує якості журналістського розслідування, не потребує гарних журналістів, треба людей, які обслуговують, в принципі, інтереси. От я хотів би запитати, у 2019 році пан Порошенко протягнув такий цікавий закон, який пов'язаний був з тим, що чоловіки стали трошечки більш обмеженими, я маю на увазі, в стосунках з протилежним полом, жінками. Як ти ставишся до такого закону, що дружина може там подати в суд за те, що чоловік якось от не так поводив себе в ліжку? Ну, тут, наверное, логичнее даже мужчин спросить. Ну, вот вы, например, как ты, мы на ты перешли. Чудово, це супер, дуже правильно. Ну, я, чесно кажучи, трохи не розумію цього закону. І я дивлюся, наприклад, що в Швеції чоловік має від дружини взяти в письмовому вигляді дозвіл на те, щоб вступити в, ну, покохатися. От, мені здається, це дуже дивно. А це в однополих браках теж діє? Или там принципіально, щоб та жінка була? Це суперове питання. Давай подумаємо. В принципі, якщо один з них може назвати себе жінкою, то, в принципі, да, у нього буде більше прав. Як тобі здається, взагалі у нас рівно захищаються права чоловіків і жінок? Ні. Вот нет. И сейчас иду в какую-то такую, наверное, не юмористическую историю, но на самом деле, вот, да, по вопросам того же насилия в семье, которое там, ну, многих почему-то веселит, но тем не менее очень сложно действительно возбудить даже какое-то, уголовное дело по этому факту. Ну, допустим, женщину там побили в семье, и то есть, чтобы она просто пошла в полицию, написала заявление, из этого что-то вышло, это очень сложно. Когда это резонансные случаи какие-то, и то мы имеем проблемы, да, даже с, вот, известные женщины были, у которых там с бывшими мужьями всякие нюансы, то есть действительно есть эта проблема, но что просто там ни прокуратура, ни полиция никак не реагируют. А, конечно, это все всегда утрируется, особенно когда дают статистику огромную по семейному насилию, да, там, вот столько-то женщин умерло от семейного насилия, но там туда же, ну, как статистика, да, там, вы бьете жену, там, через день, я не бью никогда, там, но в итоге... Или вы в жену бьете каждый день, дружину, да, то есть, да, но все равно мы все бьем. Вы отвечаете, да, нет. Вот, и получается так, что даже там, допустим, если это семья, где там родители алкоголики, там, подрались с детьми и убили друг друга, какая-то жуткая ситуация, то есть этих женщин тоже туда плюсуют, а такого очень много. Поэтому проблема есть. Ну, конечно, в законе это меньше плохого не вижу. Ну, я не знаю ни одного мужчину, который от этого пострадал пока что. Ну, вот. Ну, може, просто люди ще не до кінця зрозуміли, який важелюний вплив зараз на чоловіків з'явився у жінок, я маю на увазі. А як відноситись до того, що, ну, деякі чоловіки, вони кажуть, що існує і психологічне насилля, яке достатньо часто відбувається зі сторони жінок? Ну, конечно, умеем, знаем, практикуем, да, есть такое. А як чоловікам захиститися? Ну, хочу твою пораду взяти. А, ну, вот тоже изучать, в принципе, приемчики врага, ну, как в любой истории это происходит, ты, наверное, меньше эмоционально в это вникать. Вот почему с мужчинами иногда сложно вот их там доводить и все остальное? Потому что они, в принципе, как правило, спокойнее, вот, сдержаннее. И когда они вот действительно такие, они, ну, как бы выпадают уже, становятся истеричками, тогда это как-то вот гармонизируется, и у них с этим проблем нет.
Цікавий підхід, цікавий. Я просто до чого веду, дивився статистику, яка існує в Італії, в Іспанії. Тобто це не тільки пов'язано з насиллям, це пов'язано і з тим, що чоловіків, наприклад, коли вирішують пара розійтися, то вони ділять майно. В деяких країнах це 50 на 50 іде, в деяких по-інакшому, а в Іспанії, в Італії там взагалі більшість переходить дружині. Тобто чоловік, як у Жванецького кажуть, чоловік має лише те, що на ньому... Що на ньому одєте, то у нього і остається. І як я спостерігаю, це приводить до того, що чоловіки частіше за все не одружуються або одружуються десь 40-50 років. І ми спостерігаємо за Європою, вона зараз не приростає людьми, але це завдяки емігрантам, які приїжджають туди. Чи не приведе от така ж сама політика до того, що у нас теж чоловіки будуть відмовлятися? Ні, у нас же, слушайте, закони в Украине, они у нас, их жестокость и абсурдность компенсируются необязательностью исполнения, поэтому тут можно не переживать. Какое-то действие жестокое любых законов, помимо там вот налогового чего-то, или вот, что прямо непосредственно финансово. Чи можно сбегти просто на клубничку, я маю на увазі в Польшу, да. Робити и працювати. И не переживать, да, по этому поводу. Які творчі плани от на ближайший час? Що має статися для того, щоб Аліса Виноградова знову взялась за каністру і знайшла якийсь трамвайчик? Не знаю, це як-то от по наїтті вдохновити щось должно на це. Может, Петр Алексеевич снова вернется в политику. Хотя это вряд ли, я думаю. Не веришь ты в те, что он... Нет, уже как бы... А он очень хочет. Он очень такая людина, яка вміє добиватися свого. Если бы ему лет было 30 сейчас, то как бы возможно. А тут нужно понимать, что уже, как ни печально, ухожу в эйджизм, наверное, немного, но вот возраст берет тоже свое. Уже все. Это уже политический труп. Абсолютно. Добре. І останнє запитання. Дивись, представь собі, що у тебе в руках з'явилася золота рибка. Угу. І у тебе є можливість замовити три бажання. Але ці три бажання мають стосуватися лише України. Тобто для себе ти нічого замовити не можеш. Що б ти побажала Україні? Я сразу вспомнила анекдот про золоту рибку з Афіла. Мені тільки ясно. Да. Желання в мене одно, але сповняти його будеш трижди. Так, что бы я пожелала Украине? Это три желания, да? Да. Мне бы легче, наверное, было до одного какого-то свестись. А вот... Слушайте, сложный вопрос, да? Вот так вот вроде как бы там мира во всем мире, все дела, мира во всем мире в плане урегулирования в какой-то мере вот наиболее выгодной, приемлемой нам конфликта на Донбассе, потому что, и ситуации с Крымом, потому что это действительно трагическая история, где умирают люди, да. Потом никаких больше майданов и революций, это было бы еще одно желание, чтобы их вообще не было. Какие-то там митинги отдельные, там обнаженные протесты, да, но не более. Наверное, появление, откуда-то, так как всегда, нет пророка в отечестве своем, какого-то хотя бы одного сильного, интересного политика, даже такого государственного деятеля, который бы мог что-то действительно изменить вот, в будущем. Изменить, в позитивную сторону. Да, изменить у нас багато могуть, а в позитивном не в его понимании, а в понимании, наверное... 75% вот что-то такое. Но это последнее такое очень утопическое желание, такое наивное, но тем не менее. Первые два более важны. Будем спостерігати, що три твої бажання, вони здійсняться. Дорогі друзі, а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимося, що вони нам сьогодні розкажуть. Топ-блогери України. Привіт, дорогі друзі. Я люблю Володимира Зеленського. Люблю и все, не могу с собой ничего поделать. А как каждому человеку, которого я реально люблю, я всегда хочу указывать на какие-то недочеты. Но здесь уже пора указывать не на недочеты, а на конкретные провалы. А в чем заключается провал?
Провал заключается в том, что он сильно провалился, знаете. Сильно провалился пиар. Потому что лучше никакого, чем такое. Я понимаю, что начинает происходить плюс-минус, да, вот как в сериале. Зеленский на велосипеде встретился с журналистами в резиденции Залесье. Во-первых, я так понимаю, что тот самый пул, о котором заявляли представители офиса президента, что будет сформирован какой-то журналистский пул, что он уже сформирован. Ибо этих людей, а когда я говорю этих, сейчас я объясню каких, пригласили как-то, ну как-то так вроде как немножечко не публично. Может быть, конечно, мы что-то упустили, но я не видел публичный заклик до... Потому что там было бы велосипедистов намного больше, да? И вот они поездили на велосипедах. А вот мы смотрим, стоит Владимир Александрович Зеленский, просто как обычный человек на велосипеде. А дальше мы видим журналистов, и хоть несмотря на то, что многие из них делают лица суровые такие, типа, ух, я сейчас выведу у тебя всю правду. На самом деле, это люди в большинстве своем ноунеймы. И со всем уважением, но все-таки ноунеймы. И такое впечатление, что выбраны были специально люди, которые или сбитые 150 лет назад летчики, или ноунеймы, и над этим всем Шустер. Вы знаете, судя по Шустеру, я так думаю, что не худо было бы туда притащить еще одну очень влиятельную, Соню Кошкину. Но так как Соня Кошкина открытая парохоботка, то ее не пригласили, знаете. Ну потому что люди, которые живут в прошлом, для них на самом деле там вот это влиятельные журналисты там, и так далее. Да? Савик Шустер. Покатался на велосипеде старик. Ну и давайте посмотрим, как это было. Это отчет BBC. Смотрите, видите, это едет Зеленский. А это украинские журналисты написаны. Ну, не очень. Не очень. Потому что вот это конкретно, это Михаил Подоляк. Михаил Подоляк, которого взяли советником Ермака. И Михаил Подоляк, я так понимаю, знает, как устроить пиар. Это не журналист, это Михаил Подоляк. Видите, как интересно? Велопрогулку президент приурочил к Дню журналиста. Необычно, да? Как необычно, а? По-европейски. Это идеальное место для велосипеда. Да, так и я. А это журналист BBC, смотрите, пообщался с президентом. Это идеальное место для велопрогулок. Да, так и есть. Напоминает рекламу, по-моему, еще конца 90-х с братьями Кличко, когда они рекламировали газету «Сегодня». «Эх, хорошо сегодня», сказал один, а второй посмотрел на него и сказал: «Да, сегодня хорошо». Вот такой! Я еще раз смотрю на эту фотографию, на эти фотографии этих людей, которых, ну, большинства из которых я просто не знаю. Короче, подавляющего большинства которых я не знаю. Может быть, потому что я, ну, не общаюсь там в тусовке, но я не знаю, что это за люди, да? И вот я смотрю на это все, вижу Савика Шустера, вижу Подоляка, который это все и организовал. И понимаю, что я это где-то уже видел. Где же я это видел? Все, это для меня конец. Просто классно. Бассейн, это просто классно. И там рядом с ним вроде как... А, те же самые. Михаил Подоляк, гений пиара. И Савик Шустер, выдающийся журналист Украины. Вот тут вот спрашивают, как он, как лежит Янукович, а там под низом там они жужжат пчелы. Это же это важно. Это очень важно. Там пчелы, да, ульи. 2 часа сна, это 8 часов приравнивается. А здесь вот 4 улика. Улика? Да. Улика? Ну, да. Работающих сейчас, да? Да, есть. Он же, за счет пчелами? Да, за счет того, что жужжание, наверное, есть. Улика.
улика в преступлении. И вижу те же лица, понимаете? Ну и, понятно, Ткаченко еще всунулся. Здравствуйте, Игорь Валерьевич. И Янукович тогда пригласил журналистов в Межигорье и даже бегал по пенькам вместе с ними. Он бегал с ними по пенькам. Ну, это не помогло в итоге. И вы помните, как закончил Янукович. Где-то уже такое было, ребята. Ведь это же все было. И понимая, что этого маловато для пиара, они начинают наворачивать такие вещи, которые вообще, ну, гениальные. Давайте без ложной скромности скажем. Это же гениально. Ибо идет некая журналистка и встречает Зеленского в маркете. В маркете он просто приходит и выбирает продукты. Ну вот вам крест. Где я могу встретить президента? В магазине, где покупаю продукты. Держим дистанцию, без фото. И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского в мясном отделе. Я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход. Ну, понятно, он. И охрана мягкая-мягкая, не такая, как всегда. А на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют. В маске можно оставаться незамеченным. Сегодня день журналиста. И я в прошлом журналист, у которой были статьи и передачи на телевидении. Могу оставаться незамеченной. Я не понимаю этот полет мысли, что хотела сказать женщина. Но, в общем-то, понятно. Зеленский пришел в мясной отдел, еще и в сырный. И лично стоит со списком, выбирает. Она там в комментариях так и напишет. Он со списком выбирал. Ну, видно, послала, ну, жонка. Владимир Александрович, надо было еще больше повернуться, потому что так бы могли возникнуть там разночтения. Может, это не вы? Вы, да? Просто берет и идет в магазин. Я вам должен сказать, что вот у меня жена занимается партией, да? Она иногда не может выкроить время для того, чтобы съездить маникюр сделать. Я слышал в свое время, что Владимир Александрович Зеленский работает 28 часов в сутки и голову не может поднять. При этом он лично едет выбирать мясо и сыры в магазин. Просто обычный человек. Тогда второй вопрос сразу же накрывает. А почему Владимир Александрович вот так вот встречается с представителями сельской местности, сельского хозяйства? Они не так, ну, как бы безопасны, как люди, которые могут находиться в маркете или что? Я понять не могу. Ну, то есть в супермаркете безопасно. А вот селяне, они набросятся или что? И, конечно же, все это можно замкнуть на вот это вот. Порошенко и его жену совершенно случайно встретили в супермаркете. Тоже дежавю, друзья мои. А встречал их тогда, вы помните, исключительно Олешко. Помните Олешко Порохобот? Потом он встретил еще совершенно случайно Марину Порошенко на заправке. Она тоже лично выходит там, заправляется, и колеса накачивает, говорят. Знаете, насос выносит такой и накачивает. Я могу сказать, одним словом охарактеризовать вот это вот пиар-потуги, наверное, как-то так можно назвать. Можно назвать пиар-потуги офиса президента. Это для быдла, скорее всего. Может, я, конечно, не прав. Просто свое мнение, извините. Если не прав, извинюсь. Это для быдла, скорее всего. Для каких-то тупорезов. И для тех, у кого абсолютно нет памяти. И которые не помнят, что все это уже где-то было. Дешево, господа. Жду уже фоток из троллейбусов, наконец. Владимира Александровича случайно застукали в метро. Случайно застукали там еще где-то. И постоянно застукивали постоянно. И лучше, чтобы одни и те же. А на заднем фоне, чтобы там ходил где-то подоляк, такой, с планшетом, создавая такую иллюзию всерешаемости. Ну, верная дорога, идете, товарищи, я думаю, что этот пиар играет вам на руку. Топ-блогери України. Аліса, дуже дякую тобі за цю розмову. Яскраву, запальну. Сподіваюсь, ми з тобою зустрінемось ще і не раз. Надеюсь, не в тюрьме только. Тебе тоже спасибо. Дякую. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.